Привет. Пришел молочка попить. Дело хорошее. Да. Мы, как всегда, приезжаем, когда уже рынок закрывается. Какие-то травки, чаи всякие. Мои дорогие, можете меня поздравить. У меня сегодня полгода на канале. Полгода на канале. Ой, какая псюха лежит. Здоровая. Ой, девочка. Девочка. Слоненок лохматый. Мне надо помидорков купить. Таджику хочу сделать. Остались у меня банки. Вот сейчас, наверное, и возьму. Надо в городок зайти. Будет дождик? Не будет. Вчера обещали ураган, ливень. Так и не было. Сегодня он какие-то непонятно тучки, облачка. Вот какой день уже, такая странная погода. А дождя никак нет. Граначки мои. Так хочется дождя. Поливая ведь не поливая, толку-то нет. Все жухнет. Вот инжир у меня. Весь на земле. Ну, не весь. Я его сушу и варенье варю, но не успеваю. А, вот опять возвращаюсь к тому, что я на канале уже полгода. Я очень долго на это не соглашалась, потому что у меня такая мысль была, кому нужны мои видео? Кто будет смотреть эти бабушкины россказни? Прям я думала, что, господи, до года за два, может быть, наберется 200 подписчиков. А может, и вообще никто не будет смотреть. Но вот прошло полгода, почти 1500 подписчиков. Для меня это просто вот... Я не кокетничаю с вами там, нет. Для меня правда это вот какое-то, не знаю, непонятно мне. Но еще раз хочу сказать, мои дорогие, я вам так вообще благодарна. Вот какое я себе сделала. К полугодию моего канала букет из подсолнухов. Я чувствую, допросимся сейчас. 2 месяца не было дождя. Ой, начинает капать потихоньку. Господи, неужели ты нас услышал? Сейчас что-то будет. Все, поднялся ветер. Сейчас начнется. А что-то эта туча боком пошла. Ой, он, бедная птица там летит. Пытается лететь. На одном месте стоит. Ну, разве это дождик? Ну и все. И весь дождик. То, что накапало, высохло. Через 10 минут буквально. Все, хотела вам показать, какие тут ливни бывают. И то не получается. Ну ладно, будем ждать в следующий раз. Ура! Ура, идет дождик. Ну, наконец-то, к ночи. Ой! 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 Ой, льет! Да что, дождик, есть дождик. Вон вся природа радуется.
Вам, конечно, не видно, наверное, в темноте. Все заливает. Ой, ой, ой. Дождались мы. Ой, мне так приятно. Мне сегодня мужчина в комментариях написал, что он в наших домах, ну, был сколько-то лет назад, они заправлялись кислородом, оставляли тут, ну, для дайвинга, ну, всякие там свои технические вещи. Обалдеть! Я ему написала, говорю, в голове не укладывается. Как? Как это? И он так приятно написал, что все так переменилось в этих домах. Ну, так приятно вообще. Спасибо вам огромное. Ой, я говорю, какая же маленькая наша земля. На самом деле. Вот не зря есть такая, да, вот теория, через там 5 рукопожатий, через 5 рукопожатий встречаются люди, да, знакомые. А тут на тебе. Да ладно, мы у вас вот в домах заправлялись. Здорово. И человек пишет так прям вот по-доброму, по-умному, по-доброму. Так приятно. Я дождалась. Вся мокрая стою. Доброе утро, мои дорогие. Все-таки мы вчера дождались дождика. И лил всю ночь. Вы думаете, что они только дома играют? Нет. Отдохнуть тебе не дает, да? Не дает полежать спокойно. Сегодня... Вот он сейчас отъехал, Виталик. Будет розетку нам переносить. Потому что... Так просто мы включаем, у нас вышибает пробки. Печку же надо подключить. Вот сейчас он приедет, будет тут сверлить, долбить. Ну вот. Все нам Виталик сделал. Проверили мы. Печка работает. Будем обжигать. Наконец-то. Нет у тебя настроения, да? Он сейчас свининки поел сырой. Скажи, надо оно мне? Ну, все валяется. Это вы ведь, а? Сшибали все на свете. А Вася, ты решил уйти? Ну, иди погуляй по своим взрослым делам. А бабушка, значит, тут бардак разбирает. Да, Филя уже зонтик освоил.